Сейчас я скажу свое любимое, подожди, сейчас группа поржет. Чц. А. Просто я всегда так настраиваю микрофон, они ржут. Бандерлоги, ближе, ближе, ближе. Мне вас не видно. Ну какого лешего? Ближе, ближе. Ну не надо, ближе. Вот это вот место заполняйте, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. Я сейчас разревусь, потому что, объективно говоря, я на этом концерте хотел прыгать в зал. Слэм, пога, все дела. Но просто у меня свежемолотая рука, перелом локтевого сустава, месяц назад снял. Снял себя на видео. Снял, одним словом, гипс. Поэтому как сможем. Группа Бисер. Квартет. Спасибо, что пришли. Очень вас люблю. Мы не то чтобы волнуемся, у меня одна просьба. Никаких предметов, кроме трех позиций. Женские трусы, гнилые помидоры и тухлые яйца не кидайте на сцену. Спасибо. Понеслось говно по трубам. Можно, я же сказал. Трусы, гнилые... Девочка, слушай ушами, выйди из Инстаграма. Ну ближе, мать вашу. Хочу остаться среди книг, собраться с мыслями, словами, сорваться на безмолвный крик. Вот так, но только чтоб не с вами. Скачешь выше головы, на британский флаг свой зад раздирая, но не преуспел, увы. Снова промахнулся ты мимо рая. Еще ближе, я не умею дистанционно сексом заниматься. Хорош, 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 расслабляемся, водка продается. Я откровенный мизантроп, и сверхвыносливая сволочь. Ведь я слихил и сразу в гроб, как про Владимир был Семёныч. Но я себя в руках держу и не глажу мудаков против гривны. Все понятно и ежу, ежели ежи вообще еще живы, ежели ежи еще живы, ежели ежи живы, ежели ежи мои еще живы, ежели живы ежи, ежели ежи еще живы, ежели ежи живы, ежели ежи мои еще живы, ежели живы ежи. Бомби с Элвисом Пресли с Фредди Меркури. Если в огороде растет бузина, то живет по логике в Киеве дядька. Если на ходу не попал в стремена,
то теперь попробуй на лошадь ты сядь-ка. Если ты гармонию потерял, будь уверен, что сам себя потеряешь. Не старайся стать тем, кем ты не стал. Научись играть лишь то, что играешь. И не надо мне про меня говорить, я же все равно не стану послушать. Лучше одному над бездной парить, чем спасать давно заблудшие души. Так и сердца на тебя двое держу. Что мне успех и жажда наживы? Как мне прожить? Понятно и ежу. Ежели ежи вообще еще живы, ежели ежи еще живы, ежели ежи чавы еще живы, ежели ежи еще живы, ежели живы ежи, ежели ежи еще живы, ежели ежи живы, ежели ежи еще живы, ежели живы ежи. Пабло? Бла-бла-бла-бла-бла! Ежели ежи, еще живы, ежели ежи, живы, ежели ежи мои, еще живы, ежели живы ежи. Ежели ежи, еще живы, ежели ежи, живы, ежели ежи мои, еще живы, ежели живы ежи. И все три зрителя в бурном, в едином порыве устремились к сцене. Мы хотели бы извиниться, потому что, понятно и ежу, подготовка этой программы, этого альбома, она была, правда, похожа на тупоносто золотуха. Сегодня по определенным причинам у нас половины ударной установки нету. Прошу любить и жаловать. Пожелайте здоровья, у нас у Миши сегодня. Он реально через боль играет, как спортсмен. Поаплодируйте ему, чтобы ваша энергия как-то его насытила здоровьем. Это правда, ребята, я тут некоторые из моих друзей знают, о чем базар. Ну что же, песня про советскую... Ой, про какую советскую? Про современную Россию. Про современную Россию песня. Mother Russia, motherfucker. Ближе к центру, ну бляха-муха, давайте туда, а? Эй, come on! Маскарад! Маскарад! Ау!
можно из штанов достать и хлопать. Прикольно, кстати, получается иногда. Пример вот эту, давай назуй, не стой. Как же все поменялось на свете, взад-вперед снуют бородатые дети. Кто-то только вперед, а кто-то только взад. Днем у них митинг, ночью мастарад. Приходи без маски, Даша, не пытайся от трюмо и от сумо. Не зарекайся, возьми вот эту новую, ее не надевал. Бал и маскарад, маскарад и бал. 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 И бал, и бал, и бал, come on! Не видно никого, блин. Виктор на Вике и порно клики. Ты не целован под маской клоун. Пишу стихи я, в стихах стихия. Не верю в сказку, пойду напялю маску. Маскара. Маскара. Маскарад. Харассмент. Хит-парад. Че это за стакан тут? Это мне? На, жрёмся в говно. Это приятно. Это приятно. Мы попьем водички, а пока я вам какую-нибудь басню расскажу. Потому что ребята говорят, программа короткая, ты Шувалов, давай. Я же говорю, вы всегда говорите, что я пизжу много не по делу. Но как бы то ни было, меня одна журналистка спросила, Дана, как вы? Я подсчитала ваши тексты, как вы их детерминируете? Я говорю, determinate, это кого-то убить же, вроде нет? Но говорю, цинично и много букв. Следующая песня, она приблизительно такая, но она танцевальная. Давайте, как бы, те, кто не калеки, зажжем. Я уже путаю бутылку с микрофоном. Это профессиональная. Песня называется «Японский рассвет». Хитрёна, мать! Когда-нибудь я стану тише, напьюсь до состояния вис, изящнее, чем дождь по крыше, спокойнее, чем легкий бриз. Когда-нибудь совсем не буду страдать, заглядывать вперед,
Ну а пока не встретил чуда, вопрос покоя не дает. Где моя икебана? Где небесная манна? Где в ладонях синица? Где твой тающий след? Шамбала и нирвана грезятся постоянно. Почему мне не спится? Где японский рассвет? Когда-нибудь в речном потоке утонет мой последний враг. Не победит в дурацкой склоке, а мне-то что-то не дурак. Когда-нибудь я всем понравлюсь, и перестанут все ворчать. И сразу я тогда отправлюсь рассвет японский свой встречать. Ядрёна мать! Где моя икебана? Где небесная волна? Где в ладони синица? Где твой тающий след? Шамбала и нирвана грезятся постоянно. Почему мне не спится? Где японский рассвет? Где моя нирвана? Где небесная манна? Где в ладони синица? Где твой тающий след? Шамбала и нирвана грезятся постоянно. Почему мне не спится? Где японский рассвет? Японский рассвет, рассвет, рассвет. Паша, come on! Уже падают хорошо, а? Рассвет! Ты! Рассвет! Ты! Рассвет! Ты! Рассвет! Где моя икебана? Где небесная манна? Где в ладони синица? Где твой тающий след? Шамбала и нирвана грезятся постоянно. Почему мне не спится? Где японский рассвет? Где моя икебана? Где небесная манна? Где ладони синица? Где твой тающий след? Шамбала и нирвана грезятся постоянно. Почему мне не спится? Где японский рассвет? Ядрёна мать! Где японский рассвет? Где японский рассвет? Спасибо. Учитывая, что половина зала ушла бухать, мы на правильном пути. Я еще не понял, что понравилось, что не понравилось. О, зеленая. Кстати, она правда зеленая, у нее фамилия зеленая. Ребят, подходите ближе, Серёга. Ну, в натуре, я понимаю, нас мало, но мы в тельняшках. А это что такое? Вино. Типа, сядьте связки у Данечки. Он и так недавно у фониатора был. Ладно, все это суета. Господа, вам всем известно чувство любви. Кому неизвестно, обращайтесь ко мне. Дело в том, что, знаете, вот любой автор, он должен писать стихи. Я все-таки не люблю слово «тексты». Если я распечатал бы тексты песен группы «Бисер» и издал бы их, у меня бы было больше будущего, чем с этой группой. Ладно, я шучу. На самом деле, следующую песню я, правда, писал про себя, про то, что в любви должна быть тактичность и уважение друг к дружке,
чтобы не накосячить. О, это точно. Она поэтому называется «Дикобразы». Немного полуэси джаза в этой дыре. Я покой твой не нарушу и ни одного вопроса. Вопроса. Pablo on the guitar. Почему-то боимся. Лучики в глазах, как будто искры рассвета. Солнце в небесах, солнце в небесах. Все.
все смотрят телевизор. Я, кстати, вчера был в одной компании, мне по телевизору, знаете, что сказали? Я говорю, слушай, я одна, у меня есть музыкантша, подружка, я ее видел на каком-то канале в трансляции. Говорю, блин, приходи ко мне завтра на концерт. Я говорю, да что, ты из этих-то телевизор смотришь? Кто смотрит телевизор? Поднимите ноги. Вообще-то парни меня всегда спрашивали, кому эта песня посвящена. Не знаю, пришла она или нет, но есть одна. Черт побери, моя муза. Муза ЦЦ. Света! На бас-гитаре Дима Петров. Слушайте, у нас продолжается проклятие матрицы. Паша сломал... даже не Паша сломал педаль, педаль сломалась у Паши. При этом у него столько педалей, что если бы у меня было столько педалей, я бы был конь педальный. Как-то так. К следующей песне, наверное, требуется еще какое-то предисловие. Поднимите, пожалуйста, левую ногу, опять же, те, кто был на концерте, который назывался 10.55, 10 лет со дня смерти Эдика Нестеренко, 55 лет ему исполнилось, в Грибоедове мы там впервые выступили. Никого не было? Великий музыкант, отличная группа под названием «Петля Нестерова», недопонятая, человека в принципе убило одиночество. Мы же в общем и целом так это пришли и поболтали. Я очень вас люблю за то, что вы к нам пришли. Но ведь в конечном итоге мы чаще в последнее время встречаемся на похоронах. Лёшка Лазовский в этом году, да миллион людей ушло. Давайте вспомним всех наших классных покойников и постараемся так, чтобы те люди, которые рядом с нами, у которых что-то не так, а какая-то трещина, чтобы никогда ничего больше не было. А эту песню Эдик написал в 92-м. Я с тех пор хотел сделать либо ремикс, либо ремейк. И вот получилось, что ребята группы «Бисер», мы собрались вместе и наконец сделали кавер-версию на песню Эдика Нестеренко. Простите, я талмуд открою, потому что песня в нашем репертуаре достаточно новая. Тут, видите, написано, на всякий случай, для тех, кто понял, да? «Книга учета нетленок». Как-то так. Как-то так. Одним словом, «Петля Нестерова», «Царство небесное Эдику», и любите друг друга, пока вы, блядь, живы в натуре, ну. Знает слова, подпевайте. Горькие камни моря, соленые волны моря, знакомые с пламенем солнца, знают дыхание ветра, волны и ветви леса, черные ветви леса.
холод и бархатом ночи, обернуты светом звезд. Yeah! Мертвые камни пустыни, холодные камни улиц смотрят в серое небо, ищут дыхание звезд, гордые губы влюбленных, жадные губы влюбленных ищут друг друга. Кричат, но не слышат свой крик. Крик. Happy, sir, give me some fucking stuff, funky stuff, come on!
Еще раз Мишке поаплодируйте, потому что я вообще не знаю, как он это делает, правда. В общем и целом, надо создать группу в поддержку надувных дирижаблей. Кстати, у нас еще будет в репертуаре песенка, где мы все сами себя представляем, потому что мы все нарциссы, но как бы то ни было, я самый главный, сами знаете кто, но как бы то ни было. Дима Петров, бас. Миша, герой сегодняшнего дня, надувной. Паша Пабло. Меня зовут Евлампий. Всегда хотел это сказать. Помните, в советское время был такой термин, ну, слушайте, я вижу, что тут, в принципе, пионеры эпохи-то собрались, будьте нате вообще. Богорат, ты где? А, ну, видимо, он уже ушел. Нету этого, тык-тык-тык-тык-тык-тык, Стас, я тебя люблю. Дело не в этом, я про то, что вот пионеры эпохи очень любят вспоминать про эту эпоху и в негативном, в позитивном ключе. Вы помните, был такой термин «шуточная песня». Вот. В нашем репертуаре тоже есть шуточная песня, но учитывая мой принцип, что я всегда пишу стихи про себя, песня, где мы пошутили такими стилями, как панк-рок и хардкор, и одновременно с этим, простите мне мой русский, одновременно, да, я уже сказал, кто там, мать твою, филолог, ебаный карась. Я просто про то, что одновременно с этим она шуточная, хотя и про себя. Одним словом, вот такая песня, которая называется «Автобиографическая». А, Дэйва Брубика надо подъебнуть, потому что все знают произведение, не только его, Take Five все знают, да. Сейчас Леха Пушкарев не пришел еще, без него поиграем. Дед седой почти с рождения, а потом, представь, хотя бы приключилось наваждение. Появилась дева красная, дед совсем слетел с катушек, естественно, ужасно изменил своей дорожке. Жили-были дед и баба, дед седой и почти с рождения. А потом, представь, хотя бы приключилось на рождение. Появилась дева красна, дед совсем слетел с катушек. Безответственно ужасно изменил своей старушке. Дева прядью оказалась, и каких историй тыщи. Хорошо все начиналось, а кончилось дерьмищем. А я тебя любил, а ты себя забил, а только о себе беспокоясь. Как дебил любил, а то не убил, вследствие того, что есть совесть. А ежели дядь вы морали, то морали здесь не будет. Просто сильно заебали безответственные люди. Бабы без стыда и срама, дядьки без мозгов и смысла. На всех бы вас я в душу прямо растут и в коромысла. А для кого я душу тратил? А для бездарные моменты. А ведь теперь лежу по вазе, мне несут медикаменты. А я тебя любил, а ты себя забил, а только о тебе беспокоясь. А как дебил любил, а то не убил, вследствие того, что есть то. Я тебя любил, на себя забил, только о тебе беспокоясь. Как дебил любил, ну а не убил, вследствие того, что есть совесть у меня. Что есть совесть у меня. Что есть совесть. Yeah!
хлопать-то будем, нет? Не ленитесь. Жили-были дед и баба, дед седой почти с рождения. А потом, представь, хотя бы приключилось наваждение. Поселилась дева грозно, отец совсем слетел с катушек. Это, соответственно, ужасно, изменил своей старушке. Дева, блядь, оказалась, и таких историй тысячи. Хорошо все начиналось, а кончилось дерьмищем. А я тебя любил, а на себя забил, а только о тебе беспокоюсь. Как дебил любил, а ну а не убил, среди того, что есть совесть. Я тебя любил, на себя забил, только о тебе беспокоюсь. Как дебил любил, но а не убил, следствие того, что есть совесть у меня. Ой, совесть у меня. Чарахварам растафарай, совесть у меня. Совесть у меня. Да, концептуально, Миша, закончили. Благодарим вас. Слушайте, ребят, я вот видел здесь Шаде Шединков и все остальные, Комаров. Я вижу Кубика, я вижу еще кое-кого. Я хотел бы обратиться, во-первых, к вам со словом, братья и сестры мои, поздравить вас со вчерашней победой, которая дала нам неплохие перспективы, евро-перспективы. Хотя вертели мы их евро и их перспективы, если говорить о серьезных человеческих делах. В общем и целом, Женька Островский мне написал в Фейсбуке, говорит, «Хиллбили будет». Так прикинул, а про «Зенит» писали в «Хиллбили»? Нет. Были «Бивни», был Сергей Владимирович Шнуров, даже была моя попсовая песня Анны Новой Шнурова про «Зенит», которую потом обосрали все очень мощно. Но как бы то ни было, вот никто про «Зенит», не про «Зенит», а просто про наши чувства не писал в стиле фанк. Мы попробовали, вроде как получилось. Песня называется «Около». Маша наш сказал, секунду. Кто там виночерпий? Зеленый это где? Шутка. Вообще, надо посмотреть, кто в зале-то есть, чтобы потом проклясть и из друзей убрать. Что же такое же? Да, так, я допил, извини. Так, подожди. А где вся эта грядка-то, все эти Шединковы и так далее? Где они все? Козла. Скажи им, что ты козла. Ой, господи, боже мой. Портвишок, что ли? Караул. Итак, песня называется «Около». Игорян, иди сюда. Кстати, Шединкову хотел сказать огромное спасибо, потому что его надо нанять нашим пиар-директором. Он такую статейку сегодня забабахал. Я плакал, правда. Если кто читал «Контакт» и эту мордокнигу по барабану. Ну, курит на улице, знаешь. Повесился в туалете. У всех свои погремухи в каждой избухе. Воюем около сцены, танцуем около спорта, сгруппировавшись мгновенно, как гордо ставит рекорды, как гром грохочут заряды, и скрыто баннером неба, позвездней рая и ада. Важней насущного хлеба. Если память не отшибла, если разум не отняли, все равно не раз ты вспомнишь, как бомжи коней гоняли, как мы ездили по свету, где мы были, с кем мы жили. Все равно не раз ты вспомнишь, как мешки свиней душили, как мешки свиней душили, как мешки свиней душили, как мешки свиней душили. Ау! Там гиацин с бирюзою и ослепительно белый.
как будто солнце с грозою, и ветер сильный и смелый. Возможно, это надолго, возможно, это навечно. Во исполнение долга мы около бесконечно. Если память не отшибла, если разум не отняли, все равно не раз ты вспомнишь, как бомжи коней гоняли, как мы ездили по свету, где мы были, с кем мы жили. Все равно не раз ты вспомнишь, как мешки мясных душили, как мешки мясных душили, как мешки мясных душили, как мешки мясных душили. Йо! Ready, steady, go! Если память не отшибла, если разум не отняли, все равно не раз ты вспомнишь, как бомжи коней гоняли, как мы ездили по свету, где мы были, с кем мы жили. Все равно не раз ты вспомнишь, как мешки свиней душили. Если память не отшибла, если разум не отняли, все равно не раз ты вспомнишь, как мешки коней гоняли, как бомжи коней гоняли, как бомжи кесли гоняли, как бомжи мясны гоняли, как бомжи мясны. Вообще хулиганить нехорошо очень. Много чести. У меня с ними личные. Черт бы меня драл. Господа, а кто... Все меньше и меньше народу, потому что все больше и больше хочется выпить. У меня тоже, кстати. Ладно, как бы то ни было. Все любят, наверное, как бы научную и ненаучную фантастику, фэнтези. Мне мой друг Дима Новокшонов в школе дал книгу Роджера Желязный, я прочитал 2 абзаца, это было 80-е годы. И вот как в той частушке, я в концертный зал попал и слушал Бетховена, только время зря пропало, ну, блядь, и хуёвина, понимаете? С тех пор не люблю. У кого-то может родиться ощущение текста следующего произведения, что это аллюзия и омаж известному сериалу под названием «Игра при стульях» или как там? «При стульях», да, что-то в этом роде, я просто не секу. Песня называется «Холод». Дышать, молчать, терпеть.
тебя ждала уж капкан и смерть. Улететь, забыть все навсегда. Там, где ты, этот мар и холода. Холод близко, близко холод. Холод близко, близко холод. Холод близко, близко холод. Ah!
Квартет «Бисер». Знаете, я же все знаю, вот у нас сегодня барабанщик, если из-за барабанов вынешь, то больше не посадишь. Поэтому он просто посидит, а Дима может пойти пописать, покурить и так далее. Потому что у нас сейчас песня под названием «Как на школьных дискачах». Дамы приглашают кавалеров, кавалеры дам, все остальные то, что осталось. Я объясню историю этой песни, она была написана 10 лет назад. Сегодня, кстати, Алексей Викторович Пушкарев, в рот ему ноги, обещал явиться. Но, по-моему, не явился. Ну, слушай, Алексей, если он обещал, он явится через 2 года. Ты же знаешь, Алексея. Ладно, дело не в этом. Я его люблю и стесняюсь. Просто она типа... Такие песни наш басист Димка называет «Слащавая». Вот. А мне насрать в тетрадь. Можно зажечь айфоны там. Можно, кстати, устроить, в принципе, пожар, зажечь зажигалки. Короче... Как хорошо, что больше той коллизии, в которой я тогда пребывал, писав эту песню вместе с гениальными джазовыми музыкантами Алексеем Викторовичем Пушкаревым и Николаем Александровичем Серебряковым, что больше этой коллизии нету, а музыканты остались. Кстати, здесь я видел маму Николая Александровича. Надеюсь, она еще не ушла. Елена, очень ее люблю. Песня называется «Ты и не знаешь». Ну обнимите, что вы там любите уже. Я не знаю, вот можно вот так обнять. Ночь опять коснулась крыш, а со мною только грусть. Ты сегодня улетишь, я сегодня остаюсь. Ты мой ангел неземной, ясная моя звезда. Знаешь, навсегда я твой, слышишь, твой я навсегда. Знаете, почему эта пара танцует? Потому что 8 лет назад на свадьбе я у них пел. Мои большие друзья Дима и Юля, поаплодируйте. 2 детей, фантастическая пара. Слушайте песни группы «Бисер». У вас... А, вы детей не планируете? Вы же child free. Господи, я же забыл. Слава России, я понял. Ты не знаешь, ты не знаешь, как сердце плачет. Если ты улетаешь, ты не знаешь, что со мной остается. Огромный вдребезги бьется. Обратите внимание, с каким лицом у нас сидит барабанщик. Еще раз поаплодируйте ему. Сегодня правда, Миша играет через травму, несовместимую с хождением. А не только с ударной установкой. Громче, громче. Он должен просто вот насладиться вашим позитивом, чтобы завтра быть здоровым. Он мне еще нужен, хотя я нашел 2 барабанщиков еще. Блять, почему я такой честный? Продолжим, да, Паш? Вы танцуете, продолжаете, да, танцевать? Иванов, тоже пригласи кого-нибудь. Летом выпадает снег, обжигает зной зимой. Как же день, как целый век, и Островский, блин, ушел, и без крыльев долететь до тебя я не могу. Мне осталось только спеть все, что в сердце берегу. Вообще, это, конечно, рассчитано на стадион, но стадион ведь пошел бухать. Ты не знаешь, не знаешь, как сердце плачет, если ты улетаешь. Ты не знаешь, что со мной остается. Весь мир огромный, вдребезги бьется. Много я хочу сказать,
Но, боюсь, не хватит слов. Я готов столетия ждать. Поздняя моя любовь. Жду, тоскуя и любя. На окне моем цветы. Ну а как мне без тебя? Попросту не знаешь ты. Вот здесь интересная история. Алексей Викторович Пушкарев обещал прийти и сыграть соло на трубе, но будем считать, что это он играет. Спасибо. Знаете, я уже представил ансамбль, но дело в том, что я же говорил, что у нас сегодня программа в стиле Айне Кляйне Нахт Музик. Мы сегодня сыграли вам почти законченный альбом свой, да? Ну, почти. Вот, поэтому это очень недолго, очень изящно. И те, знаешь, как где-то я видел какой-то, как на каком-то интернет-ресурсе. Как быть тем, кому надоело? Идите в бар. Следующая песня, она однокоренная, одноименная, одноманипенсуальная с нашим ансамблем. Она называется «Бисер». Вы в ее тексте услышите представление всех наших членов и даже многочленов. Как бы то ни было, поехали. Ну, смотрите, болгары меня уважают. Яник, ты прекрасен. Понеслось. Картинок дай-ка, но только не болтай-ка. Очень много буков, дай-ка нам скорей имиджи и луков. Надувные шары, вдоль сухих полей полетели. Летели и сели. Там стоит град Петров. Здесь интеллигентов навалов. Пяточки, будь здоров. Лечит бисер Шувалов. Give me that, folks! Трусы спадают. Ну, это даже прикольно. Слушать не готовы. Вывали видос. Нахуй твое слово. И не надо
прошу так, выложи скорей фотки проституток. Я метать не хочу, не воспринимайте серьезно, я же просто шучу. Завтра может быть поздно, поздно будет любить и понять, где бесы, где люди, если бисер ловить. Мы слова позабудь. Give me some hardcore, Pablo. Yeah. Come on now. Ведь комменты не слова, ищешь ты одни картинки. В буре выживем едва, нас ломает, как тростинки, раскидает в рост нас снова. Ведь вначале было слово, ведь в начале было слово. Yeah! Можно повторять фразу, которая сейчас будет звучать со мной. 3,5 копейки. Мечем бисер, а 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 мечем бисер. А мечем бисер, а мечем бисер, а мечем бисер, а мечем бисер, а мечем бисер. Надувные шары вдоль сухих полей полетели. Мимо лысой горы пролетели и сели. Здесь стоит град Петров, здесь интеллигентов навалом. Пятачки, будь здоров, я мечу бисер. Спасибо, дорогие. Маленький изящный концерт. Всего наилучшего. И все 3,5 зрителя. Я думал, Ян придет с цветами. Ну да ладно. Спасибо большое. Это называется, как это было, да, раньше? Я кончил. Поаплодируйте, пожалуйста, нашему звукорежиссеру. Хотел сказать, бесславные ублюдки. Нет, бессменный звукорежиссерши. Лучший звукорежиссерши еще со времен Станин Джайв-Сивит моей группы. Ольга Ходаковская. Браво. Парни, девки, все, теперь бухать. Спасибо, что пришли.